Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь 7 необычных способов применения чайных пакетиков. Приправа к мясу. Неправильно приготовленное мясо получается очень жестким. Для мягкости и сочности достаточно замариновать мясо, используя чайный пакетик. В таком случае блюдо получается пикантным и очень вкусным. Снятие покраснения из глаз. От недосыпания глаза на утро отекают и краснеют. А если ты плакала ночью напролет, то на утро нужно выглядеть куколкой. Намочи 2 пакетика в ледяной воде и приложи их к глазам как компрессы. Чай помогает омолодить кожу, снимает красноту и отечность, придает глазам красивый блеск. Снижение вреда от алкоголя. Конечно, лучше всего вообще вести здоровый образ жизни, но если нашлась веская причина выпить, а ты жутко боишься вредных последствий алкогольного отравления, разбавь алкоголь чаем в пропорции 1:1. Сделать это можно, положив использованный чайный пакетик в воду на несколько минут, а потом добавив такое же количество алкоголя. В итоге напиток будет содержать меньше калорий и сахара, а его вкус станет ярче. Универсальные чистящие средства. Мало кто знает, но чай быстро и эффективно борется с загрязнениями и жиром на зеркалах, ламинате, линолеуме, паркете и деревянной мебели. Только не забудь вытереть поверхности насухо, в противном случае пятна будут уже от чая. Творчество. Используя клей, ножницы, бумагу и немного фантазии из обычного чайного пакетика, можно смастерить оригинальную подделку. Такая идея особенно понравится детям. Если во рту есть небольшие ранки или язвы, то помочь им быстрее зажить можно с помощью пакетика с чаем. Намочи пакет в воде и прикуси его зубами так, чтобы чай попадал на больные места. Это поможет облегчить боль и ускорит заживление кожи. И удобрения для растений. Использованные пакетики могут стать прекрасным удобрением для твоих комнатных растений. Для этого достаточно просто смешать чайные листья с землей. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.